Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых, в котором я играю за Монголию на карте Архипелаги. Если вдруг вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Разведчики об каракота убились. Так, я понял, что это не хотел железо обработать. Позасвечивают территорию пока. Нет, убьют все-таки. Ладно. Жаль. Так, а тут скаута, кстати, вполне могут убить, да, поэтому давайте отойдем. А, он, видите, правительство. А, это правительственная площадь. Оказалось. Культурное, чтобы быстрее выйти в корпуса его. Но он, кстати, Магнуса посадил, а не Виктора, как я. Мне пришлось, видите, Виктора прокачивать. Умер. Славную дуболом потрудился, но, к сожалению. Так, Улан-Батор переброшу. Так, ты там скоро город поставишь, китайцы? Да. Ну, на надвенгу Два, можно я вполне. Уже лисицу не купил. Выдвинуться и атаковать. Дальше защита 28. То есть он, наверное, в мечников вышел. Я так думаю. Понятно. Все равно подвисает.
Да, тут тяжеловато прорваться. Я сюда встану и не смогу лошадь быстро убрать. С другой стороны, могу ее сюда убрать, обстрелять его. Он не сможет убить. А потом... Кланг, давай торговать. Так, давайте. Давай. Кстати, Панга, будем с тобой дружить? Будем. Долг и упорно. Ни хрена не успел поставить. Строится. Ставим в бордок. Не в бордок. Угу. Наполнился. Отлично. Фантома, можешь проход дать? Кто спрашивает? Конго. Нет. Так, а, собственно, зачем? Плыть. Тут ходить-то особо негде, и через города, ну, через них же не пойти. Не плыть. Там просто город стоит, его плыть нельзя. По крайней мере, пока. Ну там, в принципе, и нет ничего особого. На Лёшу посмотрю. Не надо на меня смотреть. Такое себе удовольствие, знаешь. Да. Иди отсюда. Мы вас не звали. Не то, чтобы там что-то было. О, мечники. Ну и что круче, мечники или всадники? А, я повышение получил. Нет. Так, ну сейчас уже непонятно, потому что он раненый. Вот так. 51 против 44. А, ну тут речная оборона, олигархия. Немножко не то все-таки. Мне, кстати, тоже надо как-то прокачать убил.
Убил моего коняшку. Разменял лучника на конь. Ну, лучник второго уровня был. На минуточку. Давайте там будем лечиться где-то. В дебрях. А чего у нас так плотно все? Надо плыть отсюда. Да уплывешь тут. Успел вылечиться, блин. Что за выбор не политический? Блин. Полез смотреть политический курс. Какой я молодец. Так, поселенцев надо поменять. Конечно, тут где-то еще город надо бы поставить, но... 17 ходов. А на что я там взял? На... Качка, откуда эти варвары появились возле моего города? У меня лагерь на кишке, я пытаюсь туда пробиться. Сюда отошел. Ну вообще правильно. Сейчас мне появится тут лагерь. Он может выйти и проатаковать моего лучника. С другой стороны, тогда подставится под удар. Этого надо убить. И он не умер, блин.
американец? Да, Зулус, я. И ты тут? И я тут, только не знаю, где тут. Ну, в тундре где-то искал, ты твоего нашел. А, да, да. Тундра наша все. Давайте тут эти проводить. Обучение в военном лагере. Мне надо быстрее получить генерала. Зулуса уже скоро он будет. Да блин. Еще в кешиков пошли. Я не буду с тремя апаться, просто надо кешиков будет строить и все. Этого лучника убить. То есть у тебя, Алексей, уже 6 городов, и ты вот при этом меня так нагло подселяешь? Я тебя не подселял, я поставил тот город, который я хотел поставить сразу. Где мне там потом ставить? Вообще, у меня 6 городов в тундре на самом деле. Ну, у меня физически нет поставить больше 4. Просто ну, вот послушай, ни одной клетки. Это стратегически важное место. Если бы ты тут город поставил, у тебя был бы выход на мою столицу просто. С полями, лугами и делай что хочешь. А у тебя вот сейчас, то есть, нет этого выхода. Подожди, ты что предлагаешь сделать? Лугами. Просто дать тебе поставить город, а не себе ставить. По-моему, я все сделал правильно. Понял. Не, ну я. Ну, Фантом, вот как по-твоему надо было по-другому сыграть, чтобы мы оба были довольны? Можно сделать, чтобы мы были оба недовольны. Нет, ты мне скажи, я же спрашиваю, ты вот, ну, возмущен. Окей, как надо было по-другому сделать, по-твоему? Не ставить этот город. Чтоб ты там поставил. Нет, договориться поставить так, чтобы туда никто не ставил. Нет, ты бы все равно поставил. Ты ввел туда уже поселенца. Я прям видел ну это. Ну да, но ты же ничего не сказал вообще. Сразу войну объявил. Нет. Ну, в общем, всегда найдется оправдание, что типа... Ну в смысле, обычно ты же говоришь, что тебе физически некуда. Те же физически некуда ставить города, ты сам об этом говоришь. То есть, и что, ты бы играл в 4 города дальше? Не ставя там город? Ну, выкрутились бы из ситуации. Ну как? Если смотреть, если не ставил бы ты там город, я бы мог выше его поставить. А ты, соответственно, ближе к своей столице. У тебя же там тоже не вплотную. Ты все еще можешь выше поставить. Подожди, как ближе к столице?
Тут ближе вино. Я не вижу ее просто. Нет, тут же река, этот город у реки. Ну и запирает меня то, что этот город у реки. Ой, сейчас, наверное, убьют. Блин. Союзы идут, а мы тут грустим. Конга? Иду. Мы будем с тобой? Будем. Принят. Люблю, когда сосед не пытается тебя убить. Да. Брать. У меня возможности нет. Я бы забрал. Ну, стены строят в Набамбе, кстати. Со мной слишком часто. Что слишком часто? Такое невезение такое слишком часто. Ну, подвисли. Что у нас какой-то реальный? Сколько у меня очков? Продолговатый. 2 очка, это ну, должен выйти в героический, конечно. Фантомов с Лешей тоже внизу у тундра, да? От тундры до тундра. Ну да. Все по классике, от можа до можа. Короче, пацаны, отправляйте все караваны в Париж. Было слишком много. Ты тоже насчитал, да? А мне лень было читать. Ну, молодец. Метку. Мы приплывем сейчас. О, Стокгольм. Опа-па.
Что, у меня только два лучника осталось из всей моей армии? А мы это лапнем. И это лапнем. Не, француз без открытых границ так. Давай, ой, дружить, давай. Блин, тут квадрирема она. А что без этого? Не очень. Тоже караван отправлять. Недалеко. Так, сколько нам тут? 5 ходов. Но я пока тебя не вижу. Давайте еще. Переплыви море. Обучение проведем. Там сразу француз. Хуже эти французы. Думают, все так в жизни легко. Нет, там не нужно мореход, ну вот это вот, по синему, по темному плавать, оно по побережью плавает. Да, убили мне скаута там. Тупо. Вот фастклик от Лёши. Что у нас с армией? 295-265. Выкупил клетку мне сюда. Так это, фантом, есть все-таки какие-то шансы на мир или что? Или я город поставил так, это все уже? Ну, вроде ты нападаешь. Ну, потому что могу. Ну. А на каком ходу у нас заход нормальный таймер? Да вот уже должны вроде как были грузить. Может, следующий ход загрузим тогда? Согласен. Давайте. Так, фантом, не воюем. Посмотри на мои холмы. Сейчас загружусь, посмотрю. О, а, это. Быстрее, как она. Фантом, мне пишешь, что ты закончил загрузку. Да, я закончил. Играем? Дай подумать, пожалуйста. В смысле? Нет уж таймера. Можно воевать уже наконец? Или ты хочешь мир заключить? Как раз я об этом подумываю, да. Нет, ты чё, надо покачать войска, повоевать. Давайте, вы же вармонги, вы любите воевать. Да мы уже насливали юнитов тут, понимаешь? Ванморнинги. Может ты там найдешь какой-то остров, где еще поселиться, ну...
Но я вижу, что я вот над апельсинами могу воткнуть город на две клетки. Да. Я даже не буду апельсины эти выкупать, потому что у меня есть. Но тут вопрос, мир, вопрос, не будет ли у меня хухоту по лояльности тогда отваливаться? Она у тебя к столице близко. Столица очень сильно давит. Я думаю, возможно, даже если я туда город воткну, он начнет отваливаться. Так, ладно. Ну давай, мир. Тогда здесь нету смысла проводить проект. Ну, надо как-то это теперь сделать, чтобы это надолго было, мне так кажется. Чтобы, например, ты там своими корпусами импи ко мне не приходил. Например. Ну, или я кеши ко мне. Или союз заключен. На самом деле, конечно, могу кешиками напасть, но... Онга, это тот готовится. Случай, когда... Мне кажется, у нас на границе появился Зулус. Тот случай, когда... Нация, против которой я буду это делать, вообще? Очень сильна в этот момент. Давай. Можно вот так вот. Ты сидишь мирно. Дружишь со всеми. А тебе-то зачем же? Потому что у меня его нет. Ну, у тебя мечники без железа, а хуй. Так я не только не пойду. Ты уже нападаешь на кон? Спокойно. Нет. Пока так не готовы нам сами, нужно железо. Хочешь. Значит, Зулус будет жить. Лептип, почему мне показывают, что у тебя три города? Не знаю. Ну, у тебя их шесть? Да. Мне сделки почему-то показывают, что три. Ну, в сделках оно другое показывает. В сделках, мне кажется, показывает то, что ты видишь. То есть те города, нет, которые... до этого, ну, до этой загрузки мне показывало нормально. А до этого мы воевали с тобой. Типа, ты... Мне кажется, до этого я мог тебе, типа, ну, ты мог потребовать мне там все города, например, как-то так. Жить. Слушай, все города, это круто. Слушай, так вот это вот все, вот это вот, вся твоя территория? Да, себе. Вот этот вот треугольничек, и там еще на кишке один город. Причем там за кишкой уже сразу соседи, не только Конго, но и француз. Это прям вообще жесть. И только лишь Конго. Это у вас все серьезно. Мы вообще на одном острове все, что ли? Ну, мы трое, да. Континент называется Вендиан. И он по суше стыкуется с континентом Амазия. Сейчас надо будет изоляционизм взять, но у меня всего один караван, поэтому тут особо... Занзибар надо быстрее. Ой-ой-ой. Вот, собственно, у меня есть один посол, надо в Занзибар отправить. Все, я уже в героический век выхожу. Блин, здесь... как выгнать юнита ГГшки с нужной мне клетки? Внутренние торговые. Изоляционизм ставим. Поселенцев убираем.
Ну, я не могу, ну, это... Содержание юнитов убираем. Ну, наверное, производство. А, уже нет. Да. Вот, спасибо. Так, кого я тут... Я за один ход прям китайца и испанца встретил. Это мы тебя встретили. Ты хочешь поспорить об этом? Так, где вы тут? Сейчас... А, вон плаваете своими... некрасивыми... галерами. Ну, я приблизил, кстати, к галере испанца. Такие некрасивые испанцы на нем сидят. Фу. Фу. Боже, какие уродливые китайцы. Фу. Короче, монголы вас ненавидят. Конго, ты больше 6 послов, надеюсь, сажать не будешь? Стокгольм? Да. Ну, фиг знает. Давай мы это не будем. Просто если будешь, я его заберу. А, то есть либо нам трем, либо никому. Ну да. Ну, значит, будет нам трем. Почему с моря, по-моему, к нему не приплыть? Ну, я с суши приплыву. Какое-то священное место можно организовать. Ты рядом с чудом. Ой, нет, спасибо, туда эти три года. Попробую веру. Оборонять Стокгольм проще основать. Мне. Основать. Не знаю. Вообще вот с фланга Конго он не очень хорошо добегать. Просто по пустыне. Три хода лошадь. Ну, рыться. Бежать. Кстати. Конго, ты чё вот сверху Кабула не подсели? Где озеро? Там. Я там чуть позже подселюсь. Совсем чуть-чуть позже. Ну да, конями сюда сбег вообще. Вот тут еще город можно будет поставить. Ну вообще, сначала здесь, вот тут. Ну да, грустненько. Желтая есть ГГшка. Вы эту инфу продавайте качечке. Блин, Лёша, вот делай гайд, как вести дипломатию в партии. Где ж это гайд? Это не гайд. Я говорю, я же не говорю, типа, вот правильно то-то и то-то. Я говорю, продайте эту инфу качечке. Ладно, ладно. У тебя, кстати, был гайд, я помню, на 5-ю циву, как вести дипломатию. Я, кстати, качечка, тебе могу продать инфу, где желтая ГГшка. За 16 монет. А, мы ж не встретились. Да. Ну, сорян. Но я плыву. Я уже нашел кусочек зеленого континента. Венда. Венда. У нас, кстати, вот с Испанией, да, и китайцами прикольно тут все. В каком смысле? Ну, такой континент. Треугольная у нас тут торговля, да, да, может возникнуть. Треугольная торговля немножко не то, но может. Как там? Мы сейчас посмотрим. Да, к сожалению, тут вот апельсины. Эту клетку я не смогу никак себе использовать. Мне надо взять Амани и в Занзибар отправить, на самом деле. Бонжур, мадам.
здорового. Где? Это у вас, мадам, от вина так голос огрубел? У нас нет вина, у нас есть... Знаю, я открываю и вижу, что красный нос и... Но тоже есть, да. Оно прям в Париже, я его не... Оно прям в Париже. Интересно, что сейчас фантом будет делать? Мне сказали не говорить ничего, я молчу. Может, нет, я тебе говорю, гайды делай, делай гайды. Ты такой сразу, хопа, вот посмотрите этот гайд, и вы знаете, что он будет делать. Хорошо, Лёш, так уж и быть, я... Долго сомневался, наций все-таки много, но Качечка. Просто настаиваю. Так, куда мне идти? Наверное, в ученичество надо. Слушайте, у меня рудников-то вообще, ну, железо раз я построил, два... А, нет, вот ты я хочешь, два рудника. Чтобы, когда ты приплыл ко мне своими... Храм Артемиды кто-то построил. А что из-за инфа? Следуй направо за моей галерой. Где твоя галера? Чуть-чуть правее. Правее чего? Мадрида. Так, мне с чем торговать. У меня один апельсин, я вижу, одни пельпеля, одно вино. Блин, твоя галера прям напротив. Да, галеру вижу, так. А зачем мне направо следовать? Справа я. Воин, я бы тебе за эту информацию попросил другую информацию, которая у Качечки есть. По поводу культурной вешки. Тут ферму надо кучу построить. Ну, я в нее-то не гоняю караван. Да какая разница, ты ее суверен. Можешь любую ну и что? Я, понимаешь, задание выполнил, короче. Я понял. Я и нашел две ГГшки, я могу еще и вторую сюзереном стать. Не, ну это честно, инфа об одной ГГшке на обмен на информацию о другой ГГшке. Чем плохо. Я могу дать испанцу это, я не дорожу этой инфой. Мне важно желтое. А можешь мне эту инфу дать как дополнение. Так ты мне просто метку поставь и все. Проследуйте за нами, я испугался, думаю, менты наехали. Так. На вашей монгольской зулузской стороне очень много варваров. Морских? Да. Ну, правильно, чтобы всякие французы не плавали. Так, а в чем может быть прикол? У меня уже... А, нет, все, я понял. Ну, спасибо за подлез. Я просто туда же шел, поэтому мог и за мной пойти. Так а где инфа-то? А, вон, я вижу, посипки. Так это Зулус. Налево. Мне, чтобы дальше проехать, надо мимо Лунди пройти. Может, ты мне тут дашь пройти да, тогда? Там кишка. Интересно, куда эта армия Зулуса? А там кто-то недалеко, да? Ну, Конго. А у тебя галерки нету пустить понизу, поверху? Нету, да? Хай они сами меня находят тогда, в принципе. Видишь, ты тоже ко мне пустил караван дружбы. Он дружит? Зачем конечно, воевать? Давай, да. А что ты не забираешь лагерь в Аврору? Зулус пошел туда нападать. Если я то у меня не хватает хода. Конга, сколько у тебя армии? У меня? Сколько у Конга армии? Мощи ты имеешь в виду? Да.
300 с чем. Фантом мне очень нравится, что он сюда идет. Может, пока харе, может подрасти, но нету, нету клеток, какие обрабатывать, нету клеток для обработки. В принципе, мне вот это надо как-то выкупить. Я уже испугался, думаю, что такое, почему юниты так странно стоят. А что, прикольно? Они нормально стоят, и мы уже перестали воевать. Ну да, а ты думал, мы в войне до сих пор? Знаешь, руки помнят вот это вот. Вот-вот-вот. Там даже больше, там танки захватываются. Ну, любые кавалерийские юниты захватываются моими кавалерийскими юнитами. В смысле, а в случае победы, это в случае, когда пишет полная победа, или когда уничтожает? Наверное, когда уничтожает. Не знаю, я не пробовал. Я думаю, когда там рандомный шанс. Он не 100%. То есть, ну, как каперы. Знаете, как каперы работают? Нет, как? Расскажи, сделай гайд. Уже очень плохо работает, не стройте каперы. Спасибо. Все услышали? Качечка для вас старается, рассказывает, делится. Построю капера в играх. Везде. Каперы очень плохие, не надо. Так, надо бы в гавани, надо бы... каперов и подарю их соседу, тогда он только проиграет. Священное место, блин, 34 хода. Мунлайт только сейчас плюсик послал, я уже ход закончил. Ну, не, вот это уже нормальная ситуация. Так обычно и бывает. Я тоже только несколько назад загрузился. Ну а что там тебе ходить-то? О, а что, это не моя клетка, не этого города? Вот слово я. Не понял. Торговый пост. Чем не хочет её... А, нет. Словно. Сейчас со мной плюс 6. Это, типа, и твоя базовая, плюс торговый пост. У тебя, по-моему, торговый путь еще ходит. Торговый путь? Сейчас. У тебя есть торговый путь ко мне? Давай ты будешь. Так. Очень плохо. Да, Moonlight. У меня есть торговый путь. Есть ко мне? У меня есть и торговый путь, и торговый пост. Ну, знаешь, сейчас не посмотрим. Ну плюс 6, оно и должно быть плюс 6. Если на 3, оно с фронта будет давать. Не понял. Он если разница плюс 3 дипломатической видимости, все равно будет плюс 6. Нет. Одно очко дипломатической видимости дает 3 к атаке, а у монгола 6 к атаке. Если у тебя разница... А? Если у нас сейчас разница будет 3 очка дипломатической видимости, то все равно будет плюс 6, а не плюс 9. Нету. Почему? 3 очка дипломатической видимости. 3 очка дипломатической видимости — это совершенно секретно против этого. Уровни, ты уровни говори дипломатической видимости. Первый ну, уровень, второй, да. Их 5 уровней, 5 уровней. Ну в любом случае... При разнице 3 все равно будет как и разница... Я просто писаю, он такой в зыбучих песках, знаешь, это пытается нам рассказать оттуда. Мы такие вокруг стоим и думаем, кидать ему палку, не кидать. Может, походим, ребят? Да, заканчивайте ход. Депиш, Воинс, Мунлайт.
Так, подождите, поставьте плюсики, что все здесь. Да. Да, Moonlight. Да-да, так. Это то же самое, что Перси. У нас замена. Да-да. У нас замена. Вместо Moonlight играет. Давай дружить. Влад. Давай. Удовенко. Ты принесешь мне свою веру? И потому что Moonlight просто вылетал постоянно. Просто это невозможно. Каждый ход вылеты. Ну ты скажи, где это? Нереально играть. Вот смотри, где у тебя там галера. Вот от нее наверх. От Клавента скорокат... влево. Не буду посылать к Зулусу на самом деле, пока караваны. Короче, налево. Надо тут с воронами метки разобраться. Можно ставить метки. Это слабо. Качечка, сделай гайд по меткам. Нет, гайд по меткам это к школьнику. У него как-то закончились метки, понимаете, закончились у человека метки. Они кончаются? Да. Класс. О, все. Золотой. Так. Там 4 хода, по-моему. Давайте зал для приема. Ты же еще можешь выйти. Ты еще можешь выйти в средневековье. Кто-нибудь плавал от Иерусалима направо, там есть проплыв по мелководью? Вот это есть, надо будет собрать, здесь центр коммерции, поставить здесь гавань. Я не знаю, какие вы технологии учите, пока. Но уже должны быть каравеллы. Ну это для тех, кто не воевал. Ну, галеры созданы. Приходи и забирай нас всех. Не-не, у меня все друзья, вот. Друг китаец, друг религиозный испанец. Ну давай найдемся и подружим. Слушайте, тут еще магазин. Можно где-то. Тут, не, ну конечно, тут лучше город ставить. О, тут озеро. Блин, ну тут все. Слушайте, а этот Василий Блаженный, он только на город, где построен, действует, или на все города? Только где построен. Блин, почему я не Россия? У меня тут такая тундра сплошная везде. Если бы не тундра, были бы классные города. Лучше тундра, чем ничего. Ты взял эту? Нет, не взял. Жаль. Аврору? Да. Веру от тундры. Ну ты же барахло. Ты барахло, понял? Вот это уровень дипломата. Вот это дипломатическая видимость у качечки где-то плюс 3 прям. Нечем возразить. Ну. Сейчас бы Грей тебе рассказал про Аврору, конечно. Не, ну Грей мастер играть через религию. Вне сомнения. То есть он через религию не для того, чтобы религии победить именно, а то есть всякие плюшки получать. Чего и нет. Ого, 6 городов уже в Фиесте. Испанец тут ломанул религию. Кстати, само собой. У него же хитрый план. Фантом, друг, а что ты сюда войска привел? Ну а где мне их держать? Явно не на моей части. Сейчас он нападать на тебя будет. Ой, да ладно, делать мне нечего. Тебе действительно нечего делать. Ну, так ну мне надо подкачаться немножко. Извините меня, я в такой жопе сейчас. От меня он уже подкачался. Попрокачивал войска. Да. Кто хочет прокачать войска, да? Бесплатная прокачка. Ну, на самом деле мы... Я больше потерял. Да, это так. Не, ну на такой город тяжеловато лезть. Я его хорошо, по-моему, поставил.
саду. Пойду свою эту способность юниты переманивать на варварах и спробую. А вдруг прикольно будет. Так, лучника в город посадим пока. И этот караван откуда? Из Аксу, наверное, надо отправить. Или из Кашгара, тут вообще производства нет в этом Кашгаре. Боже, испанец, что у тебя там происходит? А чё там? Какие-то злые люди. Блин, тут плюс 3 нету. А, варвары. Это печалька, что плюс 3 не будет. Надо здесь пока амбар построю. Такой караван из Франции туда бежит. Я сюда подойду. Блин, мне надо эти строить. Галеры на самом деле. Однако плотно тут у вас. Давайте я мистицизм открою, поменяю. Зулус, а как там твой воин оказался? Поменяю на галеры. Ты клеточку выкупил, он там оказался. И две галеры построю. Ну а туда, там некогда, там нету места. Два морских ресурса обработки. Ближайшая свободная клетка вот вверху. Выкупай там тоже. И вот. Тогда он утопится, наверное. И вот. Слушай, испанец, а вот бонус за соседство кампуса, он стакается с карточкой на 75%? Как мне это узнать? Ну ладно. Не, может ты поставил и то, и то. Кажется, должен стакать. Ну... А, блин, я галеры могу только в Аксу и в Кашгаре строить. Это тупо. Потому что гаваней нету. Ну, в Каракоруме... А, не могу на озере строить. Надо гавань сначала построить. Блин... А тут будут долго галеры. 3 хода. Три хода. Скоро союзы Китая. В гавани надо 2 морских ресурса. Ну тут надо в героический век выйти и покупать за веру. Где я случайно... А, ты меня перекинул уже. 7 ходов. Ага. Так, давайте мы тут соберем. Ты уже вышел, да? Не-не-не. Блин, что тут строить? Я же вырубил там все. Ты там не хотел строить эту? Может, строители уже тогда делать? Культура от джунглей. Зачем? Так не хочется кампус пока сюда почему-то. Сидеть с клетками 2-2 или с клетками 1-4? Город сейчас не растет, но в нем много кромки. Да, типа там красивая такая зона. Там... Хочу просто в гавани выйти. Так, знаете, что я на всякий случай куплю эту клетку, мало ли.
Давайте строитель. Здесь центр. Может, священное место лучше. Здесь. Так, феодализм пока отложим. Давайте морскую традицию откроем. Сейчас она, правда, не особо, пока нету гавани. А гавань у нас где? О, верфь, пока верфи нету. То есть это морская традиция. Не особо нужна. Но нам сейчас надо попробовать. Вообще еще города надо поставить все-таки тут. Блин, ты мне еще так клетку дебильно выкупил. Зулус. Сколько ходов? Один. Блин, я бы поставил сейчас карточку на... На самом деле на... Ападана, пирамиды. На поселенцев бы. Еще два поселенца. Ну, знаете, может купить их все-таки. Нет, я куплю за веру. Я куплю за веру... рабочих. Священное место. Я вот тут смогу поставить город. И, например, от него священное место тут. Блин, надо было это вот тут сделать, священное место. Не, ну ладно, организую там. Вообще, стоп, отменим ученичество. Мне еще один рудник нужен. Или судостроение начнем уже. Что там дальше? Каравеллы, две гавани. Ну, гавани я сейчас начну строить вот в Каракоруме. А, мне надо два морских ресурса обработать, блин. Ну, я здесь куплю, пойду этот ресурс обрабатывать, тут куплю рабочего, этот ресурс пойду обрабатывать. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!